Всем привет, меня зовут Дмитрий, я графический дизайнер, и сегодня я расскажу, как быстро сделать ретушь кожи в фотошопе. Загрузим наше изображение, разблокируем слой, кликнув на замок, и сделаем две копии слоя с фоткой. К первой копии применяем слабое размытие, единицы будет достаточно. Ко второй копии применяем фильтр цветовой контраст, тоже единицы достаточно, в режимах наложения выбираем линейный свет. Как мы видим, несмотря на два новых слоя с разными фильтрами, ничего не изменилось, так и должно быть. Делаем скопированные слои обтравочными масками к основному изображению. Выбираем инструмент лассо и на слое с размытием выделяем небольшие области, где есть прыщи. Снова заходим в фильтры, выбираем размытие по Гауссу и теперь ставим значение больше единицы. Важно не переусердствовать с этим показателем и не ставить слишком большое значение, поскольку тогда выделенный участок будет сильно отличаться от кожи, что рядом. Далее, чтобы каждый раз не заходить в фильтры и не устанавливать значение размытия, выделяем область и нажимаем Alt-Ctrl-F. Таким образом, у нас копируется последний фильтр, что мы применяли с теми же значениями. На панели инструментов ищем штамп и на верхнем слое с резкостью удаляем оставшееся несовершенство кожи. Далее выберем инструмент Mix Brush. Проследите за тем, чтобы настройки этой кисти, которые расположены вверху, в какой-то степени совпадали с моими. Проводим микс кистью по верхнему резкому слою. Видим, как немного разглаживается кожа, но при этом поры не убираются и кожа не становится заблюренной. Это очень важно в ретуши, добиться именно реалистичной картинки, чтобы были видны поры, оставались веснушки и родинки. Замечаю, что остался небольшой прыщик, его можно также убрать заплаткой, которая расположена на панели инструментов. После этого, чтобы не было видно, что мы перенесли соседний участок кожи и что он повторяется, также воспользуемся микс-кистью. С помощью заплатки уберем складки под глазами. Еще немного разгладим кожу с помощью микс-кисти и совсем немного губы, но главное, чтобы издалека губы выглядели резкими. Создадим новый слой. Режим наложения Overlay. Техника называется Dodge and Burn. Мы берем кисть черного цвета непрозрачностью 10-20% и рисуем поверх теней. Затем берем кисть белого цвета и проводим ей поверх светлых участков. Я думаю, это родинка над губой, но, наверное, нет, поэтому предлагаю все-таки убрать это с помощью хорошо знакомой заплатки. Теперь вы знаете, как очень быстро и качественно сделать ретушь лица. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте написать в комментариях, о чем вы хотите, чтобы я сняла следующий обучающий ролик по фотошопу. Советую посмотреть другие мои уроки, в них я учу делать оригинальные постеры. Но пока на этом все, до встречи в следующем видео.